16 сентября. Вчера был последний такой жаркий день. Летний прям, 21 градус был, солнышко светило. Сегодня все погоду выключили, 12 градусов. Вот. Сейчас съездил, пострелял, посмотрел, как сбился, нет, прицел. Ночной один ПМ-58 на 50 метров. Там буквально на один клик поправил вниз. Сейчас иду на вышку, на деревянную, у нас несколько вышек на кабана. В лесу так хорошо, прохладненько, комаров нет, мошки нет, листья. Золотая осень, жалко, солнышка нет. Ну хорошо, что и дождя нет. Посмотрим, получится, не получится. Придет, не придет кабан. Получится-то получится. Посидеть, подумать, подышать свежим воздухом. Сейчас иду, свищу рябчик. Почему-то не откликаются. Не знаю, обычно к этому времени уже начинают отзываться. Сейчас молчок. Видимо, то, что еще заморозков не было. Вот. Никто не ходил. Свежих следов нет. Свежих следов нет. Плохо.
18 сентября, 9 часов вечера, добыл кабана, стрельнул, 1 ПМ-58, прицел, карабин, вепер 1В-762/54, 520 ствол. Вышка, с которой стрелял. Вот этот там лежит дружок. Закрывать буду. О, сикачок. Что-то он тут жрал еще. Ну такой. Не маленький, я хочу сказать. Дружок, яйца тебе надо будет отрезать. Ой, блин. Клычушки такие не маленькие. Хороший такой паренек. Вот моя нога 42 размера. И вот его морда. Это он и ходил здесь, чудил. Резать ему сейчас яйца надо. Все, яйца ему чекрыжил. Моя нога и его яйцо. Однако. Непонятно, куда попал. Отходи, Олег. Поехал кабасик, поехал. Стой! Не поехал. Мальчик не хочет заходить к нам в машинку. Говорит, не поеду я с вами, водку не наливаете. Вот Сашенька, 1,75 м ростом. И вот мальчик. Его что ли? Нет, за ногу. Про веревку за середину. И вдвоем сюда потянем. Вдвоем потянем, блядь. Тянем, тянем, выйдем, не уже, блядь. Так может за обе бы, Ангель, не? Так? Так ты хочешь? Будет держаться, я думаю, да? Все. Блядь, упала нахуй. Мне кажется, что... На, держи, да нет, килограмм 150, держи, Олег, все снимает. На, и фонариком с той стороны встань, потому что мне не светит. Сейчас я тебя, Серега, тоже подожди. Запутан.
Опа. Так, что-то это. Все. Не видать. А ты вот сюда. А ты фонарь-то убери пока. 18 сентября 2019 года. Вот такой мальчик сегодня пришел к нам. Лишь бы мальчик был здоровый. Это да. Серега. Серега молодец. Единственный кабан в нашей деревне, блядь. И то к нам пришел, блядь.